Всем привет, ребята! Вы на канале Суперкошка, с вами Варя. И да, это долгожданный паркур. Хотя, не знаю, конечно, он у меня не самый популярный. Ну, думаю, вы поняли меня. То, что видео с паркуром не так уж и много лайков набирает. Ну, в каком смысле долгожданный? Я его, ну, не 5 вроде не выпускала. Я вот сижу сейчас, думаю... Паркур-то я дней 5 не выпускала, а Тома целую неделю не играла в Тома. Так, это у нас не пройдено за 150. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, это не супер длинный паркур. Не понял. Ну, как бы я вижу телепортик. Пока это фиг знает что, но это фиг знает что очень легкое. Это первый уровень, допустим. А, ё-моё, теперь фиолетовый? Ладно, допустим, там розовый был, тут фиолетовый. Блин, что сейчас делаю? Просто хочу без остановки пройти, у меня лагает. Мне кажется, если здесь без остановки проходить, то ты потом в конце разгонишься до слишком большой скорости и просто на последние блоки. Фуф. Фух, я испугалась. Тут теперь синий. А, блин, а что сделала? Так, понимаю, пацаны мне подсказали, как проходить. Уху. Я допрыгнула. Как? Magic. Интересно, какой будет следующий цвет? Ну, я не знаю, зеленый, что ли, по логике? Или красный? Зеленый! Ой, зеленый будет мучительный. Ай. Он будет... Стоп, я не поняла, я там вообще стою? Ай, я стою, я думала, я не стою. Я думала, просто ты иногда в этом паркуре появляешься в воздухе. Как я буду долго зеленый проходить? Или же нет? Ну там чекпоинтов-то нет, там чекпоинты только в перерыве у меня, так сказать, между цветами. Перерывы между цветами. Что я сейчас сказал? Тут чекпоинта нету? Да, нету. Понимаю. Так, ну я думаю, что тырить здесь нет смысла. Поэтому проходим все аккуратнее. Аккуратно. Еще никогда не слышал, когда в паркуре такая музыка. Странно. Или я глухая. Если честно, звук прыжков не очень нравится в паркуре. И я поэтому выключаю почти всегда звук. Поэтому я, наверное, не услышу. На всякий случай сюда прыгнем. То мало ли, желтый. Я про него вообще забыла. То, что он существует. Наверное, следующий будет либо оранжевый, либо красный. Ну, как бы желтый, это даже, мне кажется, еще легче розового. По крайней мере, я его тоже прошла с первого раза. Юху! Да, оранжевый. Следующий тогда красный будет. Блин, ну там вот эта фигня. Не люблю вот это вот. Там по логике в конце все больше и больше расстояние. Читер. Больше? Ребята, вы внимательнее, наверное, чем я. Тут больше расстояния сейчас или меньше? Красный, да. Не понял. Это будет долго. Или же... Не, ну, мне кажется, на красный цвет мы минут... Часика на пол, да. Минут на часика на пол. Нет, я не хочу выйти. Нет. Извиняюсь, а как мне там... Так, блин, я еще туплю.
Как мне там надо было допрыгнуть? То есть вот так вот как-то мне. То есть от вот тут, да, мы тут, да как? А как там допрыгнуть? Я что-то не поняла. Там какой-то секретный блок. Мне кажется, я это пробовала проходить, когда только его скачала. Мне кажется, мы минут на 10 залипнем. Потому что, блин. А, тут, ура, тут есть кто-то. Будем страдать вместе, если, конечно, он такой же нуб, как я. Ты ФКшишь? Я хотел, чтобы мы с тобой вместе страдали. Ну, тут как бы разгон такой приличный должен быть, чтобы там допрыгнуть. О, вон, бежит. А, это другое. Идем за ним. Как он тут умер? Понятно. Это вообще нечестно. Тут я до стеночки коснулась. Так вот. Он там умер? Где ты? Он вот тут не допрыгнул. А вот здесь как? А как, я извиняюсь. Будем страдать вместе, втроем. Ё-моё, он сам прыгнул у меня. Он иногда сам прыгнул. Как он это про... А, нет, вот вон там он. Вон он не прошел. Да что он сам прыгает? Не на том блоке он сам прыгает. Если он еще раз прыгнет... Причем даже анимации нету. То, что он... Так, вот тут, наверное, нужно чутка вот так вот разогнаться. Где тут надо... Вот с какого момента тут нужно делать вот это вот? Это вот еди... Вот знаете, как на 150 как раз есть? На паркурах на 150 монет есть такое? То, что сначала все легко, будто на 20 монет ты такой... А, да чё это за незаслуженные 150? А потом там такой прыжок один, от которого зависит всё. И он такой, здрасте, может чайку попьём? Как там допрыгнуть? Они вышли. Ребята, они вышли. Все поняли то, что это нереально. Тут нужен либо мега прокачанный персонаж, хотя он у меня как бы нормально так прокачанный. Как бы тут от скина не зависит, тут зависит от того, сколько ты уровней проходишь. Там, если не останавливаться, тебя заносит, и ты не можешь остановиться. А если там не остановиться... Боже, ненавижу эту рекламу. Так вот, если там не останавливаться, тебя заносит, и ты не успеваешь повернуть. И падаешь. А если остановиться, тогда ты не долетишь. У меня лагает. Почему он на том месте сам прыгает? Это несправедливость. Не, ну вы видите? Вы видите, он сам прыгает. Если он сейчас прыгнет, я просто ухожу отсюда. Я выхожу. Че он прыгает? Все, я выхожу, это нечестно. Это нечестно. Вот сюда хочу. Там 14 человек. 5 монет, пофиг. Ну, надо его что ли... Это как его прокачать надо? Там 14 человек тут. Я извиняюсь, где все эти люди? Где все эти люди? Где все эти 14 человек? А, тут тоже по цветам, смотрите, сначала был желтый, да, потом красный, и вот зеленый. Батут! Не понял, а куда батут-то? А, я слепая. Чекпоинт. Тут можно перепрыгнуть? Можно! Стоп! Давайте-ка сейчас посмотрим. Это нам... А, нам надо туда. Я думала, с 4
спрыгнуть отсюда. А чего? Он только что зареспавнился тут, значит, там что-то сложное. Чувак, а как здесь умирать? Извиняюсь. Блин, что, серьезно? Так они... Ладно. Следующий уровень. Какой? Я нажала next. Next, следующий. Он не красивый. Он не красивый, мне не нравится. Я его сейчас быстренько пройду. По виду монет на 5. Ну или 20. Если вся... Ну, пройдем, проверим. Magic. Читы, просто читы. Не понял. Вау. Как думаете, мы пройдем это, ни разу не упав? Так, этот мини-блок против. Нифига их там, этих мини-блоков. Я ж упаду. Еще один. Юху. Фух. Я говорю, просто читы. Еще не... Тут не было чекпоинта? Или мне показалось? Вот тут чекпоинт, да? Я не упаду. У меня есть цель. До сих пор всего лишь 90 секунд мы проходим. У меня есть цель не упасть на этом. Я вижу. Финиш. 100 секунд, блин. 104 секунды, 105. Это было на 5 монет, но, как я говорила, я хотела за 100 секунд пройти. Выглядит внушающе. Ой. Что это было? Все, давайте заново. Это я хочу сейчас за 100 секунд пройти. Как вы видите, там таймер начался заново. То есть, если ты до второго чекпоинта... Блин! Не пишите мне в чатик. Меня лагает, если высвечивается. Нет, тут, мне кажется, вообще нереально за 100 секунд пройти. Он длинный, он длинный. Вон, уже 20, уже 20. Выбираю правую. Всегда правую. Так... Да, тут есть телепорты, поэтому... Ой, блин. А я упала хотя бы один раз, я что-то забыла. Мне кажется, не падала. И да, ребята, вот это в этой игре такая логика, если ты упал до первого чекпоинта, это не считается то, что ты упала, а у меня уже точно нет шансов на прохождение этого паркура за... Он падает, то он в воздухе летает, то он сквозь текстурки проваливается. Извиняюсь. Тут, наверное, монеточек 20, да. Но если это будет 5, я офигею. Такое за 5 не заслужено просто. Хотя, может быть... Нет, там до сих пор не финиш, а телепорт. Мэджик. Айюш! Это было больно. Ё-моё, ну блин, не лагай, пожалуйста. Чё за фигня? Чё он сквозь текстурки проваливает? То он на меня сам прыгает, то зависает в воздухе, то сквозь текстурки проваливается. Я не понимаю, я читер или нет? Ну хотя бы за 200 секунд успею. Ну, вы серьезно? Вот тут, мы вот тут слились, да, ребята? Вот тут вот. Фух, аккуратнее.
Как я понимаю, ну да, больше половины нашего времени прошло. Для тех, кто не понимает, где я смотрю время. Левый верхний угол. Там показано время. Как я здесь упала? Наша цель 200 секунд уже, потому что... Блин, он долгий, он долгий. Тут за 100 секунд его вообще нереально пройти. Даже если ты не будешь падать, тут все равно нереально пройти его. Тут опять телепорт. 200 секунд тоже нереально. И ну как, если я не пройду за 200 секунд, может быть, это будет реально. Но за 100 секунд это вообще нереально. А как я в прошлый раз прошла это без разгона, если теперь я разогналась и я не прошла это? Я не вижу финиша, у нас... Я извиняюсь. Здесь будет... Тут будет финиш? Тут хотя бы за 300 секунд это можно пройти? Уже 200. 200 прошло, тут за 300 возможно пройти? А, вот и финиш, как бы. Ну, итог. За 100 секунд это пройти нереально. За 200 секунд можно, если вы не нубы, как я. Все. Next. Это было 5 монет? В смысле? Что-то он слишком долгий для 5 монет. Наша цель... Так, сейчас думаю, либо не упасть, либо пройти за 100 секунд. Наша цель это и та. Но чтобы не упасть, нужно быть довольно-таки медленным. А чтобы за 100 секунд пройти, нужно быть довольно-таки быстреньким. Секунды, это даже не 2 минуты. Вот наша цель пройти за 2 минуты. 120 секунд. Это хоть что-то. Ну, с первой миссии вообще не упасть. Мы пока справляемся. Сейчас главное не сглазить. Вот тут можно, думаю, через одно прыгать. Да. Вау! 50 секунд. Меньше минуты. 53 секунды. Magic. Так, я думала, это будет последний паркур. Но он оказался очень легким, поэтому... Вы издеваетесь? Ладно. Наша цель 100 секунд. Это возможно. Сейчас за минуту опять пройду. Сейчас даже меньше, за 20 секунд. Давай, ну ладно, за 30. Долечу. 30 ровненько, ребята. Я опять хотела, чтобы это был последний, но... Вот это 100% последний. Это последний. Так, смотрим. Понятно. Ай. Что это было? Не знаю. Все, наша цель не упасть и 100 секунд. Не упасть не получится, как я понимаю. Интересно, на сколько монет этот паркур? Думаю... Либо 5, либо 20. На 50 не дотягивает. Не долечу, не буду рисковать. У меня, конечно, 100 секунд и все такое, но не упасть цель, мне кажется, больше важна, чем... Я даже не заметила то, что в горку. Сейчас. Я думаю, тут через одну нет смысла. У меня лага... Не упала и 40 секунд. Ладно, это последний был. У нас сегодня было 3 последних. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Сегодня, может быть, выйдет еще одно видео. Только вот не знаю, что. Либо Том, либо Тестер. Короче, ждите. Всем пока-пока.